Осталось совсем немного времени до момента, когда мы вступим в новый 2023 год. И прежде чем переходить к чистому листу, принято подводить итоги. Поэтому сегодня я предлагаю вспомнить 5 имен, которые звучали особенно громко в криминальных сводках 2022 года. Без долгого вступления начнем. Якутский чистильщик. В начале мая этого года в Якутске произошла череда жестоких нападений на бездомных, которые на первый взгляд не были друг с другом связаны. Так, ранним утром 7 мая местные жители обнаружили возле многоэтажки на улице Лермонтова 37-летнего бездомного Владимира Варламова. Мужчина был весь в крови и находился без сознания. Приехавшая на вызов бригада скорой помощи госпитализировала его, но из-за тяжелой черепно-мозговой травмы Владимир впал в кому. Позже, в этот же день, около 23 часов, на соседней улице Ломоносова, возле дома 29/1, прохожие наткнулись на безжизненное тело 51-летнего бродяги Иннокентия Рожина с проломленным черепом и множественными ушибами. Преступник действовал настолько грубо и неосторожно, что оставил рядом с телом орудие убийства – металлический обрезок. На следующий день, 8 мая, около 14 часов в полицию поступил новый вызов. В воде под мостом на улице Поярково лежало тело мужчины. Им оказался 52-летний Владимир Ефремов, снова бездомный. В этот раз оперативники предположили, что перед ними несчастный случай – утопление. Однако данная версия прожила недолго, пока специалисты не обнаружили на теле следы побоев и перелом правой берцовой кости. Тогда-то и стало ясно. В Якутске появился охотник на бездомных. Бродячий образ жизни – единственное, что объединяло всех трех погибших за последние дни. Преступник действовал беспощадно и неосмотрительно. Он ломал кости и дробил черепа своих жертв, при этом даже не стараясь хоть как-то замести следы. Этот некто был явно опасен, и найти его нужно было как можно скорее. Широкая общественность узнала о данной серии преступлений лишь 10 дней спустя, 17 мая, когда полицейские, изучив все улики, все же вышли на подозреваемого – 38-летнего уроженца Иркутска Дениса Коробова. Во время допроса он признался в избиении всех троих потерпевших – Владимира Варламова, Иннокентия Рожина и Владимира Ефремова. Все они оказались его спонтанными жертвами. Никого из мужчин Коробов ранее не знал. Задержанный пояснил, что совершил злодеяние из ненависти представителям социального дна, а еще по зову неких голосов свыше. В частности, из рассказа задержанного правоохранители узнали, что именно произошло с третьим мужчиной, найденным в воде. Тогда, утром 8 мая, Коробов увидел шедшего по мосту Ефремова, схватил его и перекинул через ограждение. Затем спустился вниз и стал наносить удары ногами по голове и туловищу. После злоумышленник оттащил Владимира к ручью и погрузил его голову под воду. Когда тот перестал подавать признаки жизни, Коробов скрылся с места преступления. После этих слов стало ясно, что расследование не обойдется без тщательной судебно-психиатрической экспертизы. Пока что нам доступны лишь обрывочные факты из биографии Дениса Коробова, но даже они смогли вызвать общественный резонанс. Дело в том, что выяснилось, что как минимум с 2010 по 2012 годы убийца работал водителем мэрии Якутска. Он был закреплен за городским департаментом по предпринимательству и возил его руководителя. На тот момент должность занимала Ирина Горгач. Те, кто знал Коробова в тот период, отмечали, что он вел себя абсолютно адекватно. Но почему мужчина уволился и чем именно занимался последующие 10 лет, неизвестно. Единственное, что журналистам удалось обнаружить, это запись в его аккаунте на Одноклассниках за 2014 год. Подозреваемый искал подработку по ремонту квартир, зданий и по внутренней отделке. Но было у бывшего сотрудника мэрии и темное прошлое. К 2022 году он уже имел судимости за побои и насилие в отношении представителя власти. Теперь к этому списку прибавится и 105-я статья УК РФ – убийство. На сегодняшний день суд по делу Коробова еще не состоялся. Сотрудники СК продолжают собирать необходимые доказательства, а сам подозреваемый содержится в следственном изоляторе. Но многие уверены, что этот маньяк уже не выйдет на свободу, проведя остаток жизни за решеткой.
Прежде чем мы продолжим, хочу напомнить, что за развитием всех сегодняшних историй в реальном времени вы могли следить в моем телеграм-канале «Мрак». Поэтому прямо сейчас я предлагаю вам на него подписаться, чтобы всегда быть в курсе событий и получать самые актуальные новости из области криминала, а также некоторые материалы, которые невозможно вставить в эти видео по соображениям цензуры. Почти 90 тысяч человек уже подписаны на Мрак, и я бы очень хотел довести это число до 100 тысяч. Поэтому ваша подписка стала бы еще и замечательным подарком мне на Новый год, за который я был бы очень благодарен. Ссылка на канал находится в описании и закрепленном комментарии. Поэтому, пока вы, надеюсь, оформляете подписку, я продолжу рассказ. Стрелок на озерах. Июль 2022 года в Ленинградской области выдался по-настоящему летним. Жаркое солнце гнало местных к рекам и озерам, где в выходные к ним присоединялись приезжие из мегаполиса. И пока люди отдыхали и развлекались, за ними пристально наблюдал настоящий зверь, который очень скоро выйдет на охоту. Его первой жертвой станет 33-летний Алексей Смирнов. Технический директор одной из петербургских фирм решил провести свои первые июльские выходные на природе. Вместе с девушкой и компанией друзей мужчина приехал на озеро Гупуярви, близ деревни Васкелово, Всеволжского района. Постепенно знойный день сменился прохладным вечером, затем северной белой ночью. Приезжие продолжали наслаждаться отдыхом, пока после полуночи компания не услышала громкий хлопок. Через секунду Алексей упал на землю, и под ним тут же образовалось темное пятно. Неизвестный стрелок ранил мужчину прямо в грудь. Тот скончался на месте. Прибывшие на место происшествия криминалисты установили, что выстрел был произведен из малокалиберного оружия со стороны леса, что окружал водоем. Убийца находился примерно в 50-60 метрах от жертвы. Отдыхающие терялись в догадках, кто мог пойти на такое преступление. Может, у Алексея были завистники, которые могли с ним расквитаться, или он с кем-нибудь конфликтовал. Единственное, что друзья припомнили, это одного странного человека. Незадолго до трагедии компания заметила среди деревьев некоего мужчину в камуфляже. После опроса всех очевидцев правоохранители составили ориентировку на предполагаемого стрелка. Ему было около 25-30 лет. Европейская внешность, рост 175, худощавое телосложение, черные короткие волосы, темные глаза и щетина. На нем были камуфляжная куртка и штаны, черные берцы и кепка. Через плечо на темном ремне висел неопознанный предмет, завернутый в ткань серо-черно-голубого цвета. Кроме свидетельских показаний, у полиции не было ничего. Если в городе преступник может попасть на уличные камеры слежения, камеру домофона, видеорегистратор или просто наткнуться на прохожего, то уйти незамеченным из леса проще простого. Оставалось лишь опрашивать местных жителей, искать немногочисленные зацепки и выстраивать версии. Но параллельно, на всякий случай, за территорией возле озера Гупуярви наблюдали полицейские. Спустя несколько дней, в ночь с 8 на 9 июля в службу спасения поступил звонок от отдыхающих у Лемболовского озера. Там на берегу помощь ожидал раненый 32-летний житель Никольского. Мужчина пошел в сторону водоема вместе с подругой, чтобы искупаться, как вдруг почувствовал резкую боль в области позвоночника. А за мгновение до этого из леса раздался звук, похожий на выстрел. К счастью, скорая успела доставить раненого в больницу, где его прооперировали. Пуля задела 11-й грудной позвонок и спинной мозг. Приехавшие на место сотрудники полиции выяснили у компании, в которой отдыхал пострадавший, что за несколько минут до случившегося к ним подошел коротко стриженный нетрезвый мужчина с белой повязкой на голове. Он интересовался у них покупкой алкоголя. Предметы подозрительного незнакомца не совсем совпадали с ориентировкой, составленной неделю назад. И все-таки полиция сделала неутешительное предположение. Во Всеволжском районе завелся вооруженный маньяк, мотивы которого неизвестны. В этот раз на поиски неуловимого убийцы вышли кинологи. Служебная собака довела специалистов до Новоприозерского шоссе, но затем потеряла след. Больше у полиции зацепок не было. Руководитель управления СК по Ленинградской области Сергей Сазин создал и возглавил оперативный штаб, в
который вошли руководство Следственного управления, следователи-криминалисты Главного управления криминалистики СК России, прокурор Всеволжска и сотрудники полиции. Команда начала проверять всех местных мужчин, которые покупали в последнее время мелкокалиберные ружья, совершали похожие преступления в прошлом или стояли на учете психоневрологических диспансеров. Другие группы опрашивали дачников и сельчан, которые живут недалеко от мест происшествий. 9 числа поиски шли полным ходом, и вот из беседы жительницы одного из поселков оперативники услышали о странном петербуржце. Со слов пенсионерки, он приезжает на выходные к родственникам и уходит на охоту в леса. Но это было лишь ее предположение. Старушка просто обратила внимание на чехол, в котором явно лежало ружье, а в остальном мужчина не был похож на охотника. Через некоторое время на руках у правоохранителей уже были все необходимые данные на подозреваемого. Им оказался 27-летний Михаил Кузнецов, который наведывался к своему брату в Лесково. В Петербурге молодой человек жил с бабушкой в доме по Будапештской улице. Здесь, во дворе многоэтажки, ничего не подозревающего Кузнецова и задержали 10 июля. О личности подозреваемого известно не так много. В школьные годы у Михаила были проблемы с учебой. Он отставал в развитии, затем его поставили на учет в местном психоневрологическом диспансере. Но проблем с законом мужчина не имел. К 27 годам у Кузнецова не было ни жены, ни детей, а пару лет назад его мать скончалась от рака. На момент задержания мужчина работал оператором поломоечной машины в паркинге жилого комплекса «София» на Южном шоссе. Он был спокойный, о том, как проводил выходные, не рассказывал, о хобби и увлечениях тоже, рассказал один из местных работников. Вообще, коллеги мало что могли рассказать о Кузнецове. Он вел себя неприметно и ничем не выделялся, а руководство управляющей компании, в которой он работал, отказалось давать какие-либо комментарии. После задержания оперативники успели побывать в квартире предполагаемого преступника. В ходе обысков они обнаружили камуфляжный костюм, пневматическую винтовку Hudson Flash калибра 6,35 мм с оптическим прицелом и свинцовые безоболочечные пули. Их размер совпадал с теми пулями, что были извлечены из жертв. На допросе Михаил переживал. Первое, что он сказал: «Я стрелял только в песок». Но правоохранители не поверили мужчине и стали выводить его на чистую воду. В итоге Кузнецов окончательно замкнулся и перестал отвечать на любые вопросы. Тогда, проанализировав социальные сети задержанного, которые пестрили воинской тематикой, специалисты уголовного розыска нашли крючок, на который собеседник успешно клюнул. «Может, ты плохо людей убивал? Ты подскажи. Может, ты на нашей стороне? Если так, то надо тебе помогать», приводят слова следователя в издании «Фонтанка». В ответ Кузнецов выдал: «Я убиваю торговцев наркотиками». Далее, по материалам все той же «Фонтанки», между задержанным и майором полиции состоялся примерно такой диалог. «А как ты вычислял наркодилеров?» «Элементарно. Они всю неделю продают наркотики, а на выходные едут отдыхать на озера». «Логично. А как на озере их различить-то?» «Элементарно. Дети не продают наркотики. Старики не продают. Женщины редко. Можно ошибиться. А мужчины продают. Трудно возразить. А среди мужчин как ты их высматривал?» «Снайперский прицел. На одного на виду, на второго. Потом вот он, торговец. А в твоей винтовке 10 патронов. Почему один раз лупил по целям? Снайпер всегда после выстрела меняет место лёжки. Вы что, не знаете?» И действительно, стрелок оказался подкованным в своем деле. До этого он посмотрел десятки фильмов про снайперов, читал обучающую литературу и даже смог самостоятельно улучшить свое оружие. По словам Кузнецова, он хотел купить винтовку, но с диагнозом и учетом в ПНД он бы сделать этого не смог. Тогда мужчина приобрел Hudson Flash. Его дульная энергия была менее 3 джоулей, поэтому никакие разрешения для пневматики не требовались. Ну а далее, прикупив некоторые детали, Михаил смог увеличить мощность своего ружья. Но почему стрелок зациклился на истреблении наркодилеров? Заполучить ответ на этот вопрос получилось журналистам издания Mesh. Якобы на допросе Кузнецов рассказал о девушке, с которой познакомился за несколько лет до описываемых событий. Со временем эта девушка и ее компания стали психологически подавлять Михаила и даже травить его. А потом друзья якобы подсели на наркотики. Тогда Кузнецов возненавидел их, а заодно и всех наркотиков. В его жизни появилась глобальная цель – мстить.
Всеволожский суд заключил подозреваемого под стражу, где он находится и по сей день. Специалистам предстоит не только собрать все доказательства его вины, но и тщательно проверить психическое состояние Кузнецова. Если экспертиза признает его вменяемым, то снайпер ответит за убийство и покушение на убийство по всей строгости закона. Новое дело скопинского маньяка. Наверняка многие из вас в курсе, кто такой Виктор Мохов. Впервые россияне услышали о его злодеяниях весной 2004 года, когда маньяк был арестован. История о насильнике и его двух заложницах облетела многие мировые СМИ. Тогда же за ним закрепилось прозвище «Скопинский маньяк» по названию города в Рязанской области, где он проживал и творил свои злодеяния. Для тех, кто подзабыл историю Мохова или вовсе о ней не слышал, я вкратце расскажу ее ключевые моменты. Маньяк долгие годы мечтал о несовершеннолетней рабыне, которая исполняла бы его извращенные похоти, и в какой-то момент решил воплотить свой план в жизнь. Для своих будущих жертв Мохов подготовил место заранее, построил бетонный бункер у себя под гаражом, который располагался на территории возле его дома. Первую попытку похищения такой девушки изверг совершил в декабре 99 года. Его первой жертвой стала 13-летняя девочка. Мохов держал ее в бункере в течение 2 недель, пока той не удалось сбежать. Однако, оказавшись на свободе, обращаться в милицию пострадавшая по каким-то причинам не стала. Именно поэтому позже, в сентябре 2000 года, Мохову удастся похитить 14-летнюю Екатерину Мартынову и 17-летнюю Елену Самохину. В бункере маньяка девушки пробудут 3 года и 7 месяцев. За это время старшая Елена трижды беременела от изверга. В 2 случаях роды принимала младшая Екатерина, опираясь на учебник акушерства и гинекологии. Каждый раз Мохов забирал младенцев и подкидывал их в дома к незнакомым людям. Все эти годы девушки не теряли надежду вырваться из плена, и однажды у них это получилось. Екатерине чудом удалось передать записку с просьбой обратиться в милицию новой квартирантке, арендовавшей комнату в доме у Мохова. Получив ее, студентка тут же уехала в родной Новомичуринск и рассказала обо всем местным правоохранителям. В итоге, в 2004 году Мохов был задержан, а в 2005 прозвучал обвинительный приговор. С тех пор имя скопинского маньяка практически нигде не всплывало. Но все изменилось в марте 2021, когда после 17 лет тюремного заключения преступник вновь оказался на свободе в родном Скопине. Мало того, что Мохов вернулся к обычной жизни, так он еще и начал набирать популярность. Так, почти сразу после выхода 70-летний извращенец побывал на интервью у Ксении Собчак, где сделал несколько неоднозначных заявлений, адресованных в сторону своих жертв, и даже выразил желание встретиться с ними. Затем последовало еще несколько менее известных интервью. За беседой о своем преступном прошлом Мохов получал немалые деньги. В СМИ появилась информация, что за свои откровения на разных каналах он получил более 2 миллионов рублей. Так ли это на самом деле, сказать сложно. Так, в интервью Мэш Мохов признался, что получил от Собчак всего 50 тысяч рублей наличными и еще 25 на покупку мебели. Но реакция органов на такую активность не заставила себя долго ждать. В итоге к запрету на посещение массовых мероприятий и выхода из дома с 22 до 6 часов к списку ограничений для Мохова прибавился сначала запрет на общение со СМИ, а затем Скопинский районный суд запретил Мохову находиться ближе, чем в 100 метрах от детсадов, школ, детских поликлиник и больниц. К сожалению, формат сегодняшнего ролика не позволяет нам в полной мере углубиться в его историю, хотя в ней огромное количество по-настоящему ужасающих деталей. Поэтому давайте остановимся на главной интриге. Что же такого сделал скопинский маньяк, чтобы попасть в ролик о криминальных итогах 2022 года? Дело в том, что в начале августа Мохова внезапно задержали за нарушение условий административного надзора. Он покидал пределы дома в ночное время. В итоге бывший заключенный получил 10 суток ареста за этот проступок. Но дело приобрело неожиданный поворот, когда правоохранители узнали причину, по которой Мохов пренебрег судебным предписанием. Выяснилось, что 2 августа в доме маньяка проходило очередное бурное застолье с собутыльниками. Его участниками стали сам Виктор Мохов, его сожительница, 37-летняя Инесса Панова, и 2 знакомых.
43-летний Сергей Щукин, недавно вышедший из тюрьмы, и 39-летний Евгений Полищук. К ночи между пьяными товарищами возник конфликт. Мухов обвинил Сергея в краже гуся. Завязалась потасовка, в ходе которой Евгений Полищук, заступаясь за хозяина дома, ударил Щукина локтем в шею. Увечье оказалось смертельным. При этом, возможно, что события разворачивались немного по другому сценарию. По крайней мере, сам маньяк на допросе у следователя утверждал, что расправа произошла без его участия. Я слышу, какие там звуки, ударки. И после он заходит и говорит: ребята, я в этом, по-моему, убил. Однако Мохов не стал звонить скорую или полицию. Как и любой преступник с громким прошлым, он наверняка предполагал, что эту смерть попытаются повесить на него. Тем более, что многие действительно жаждали отправить его обратно за решетку. И маньяку ничего не оставалось, кроме как помочь избавиться от тела. Мохов и Полищук завернули тело в шерстяное одеяло и под покровом ночи перетащили его в огород, заросший высокой травой. Оттуда через пару дней участники преступления перенесли тело на участок заброшенного дома неподалеку. Как вы уже понимаете, товарища это не спасло. По одной версии, 7 августа тело было найдено неким лицом, а на следующий день задержали главного подозреваемого. По другой, Полищук сам сдался полиции и рассказал о злополучном вечере во всех подробностях. Так или иначе, против Полищука возбудили дело по статье убийства. Такой исход не удивил родных мужчины. По словам матери Евгения, ее сын постоянно пил, нигде не работал и неделями не появлялся дома. Куда хотел, туда и попал. Допрыгался. Они где-то пили, у него нормальных друзей нет. Такая жалкошня. Сказала мать задержанного. Мохова же, как соучастника, привлекли по статье об укрывательстве особо тяжкого преступления. Теперь скопинскому маньяку светит как минимум 2 года тюрьмы. Сначала, после прояснения обстоятельств, Виктора Мохова отправили под домашний арест до 7 октября. Ему запретили покидать жилище, общаться с потерпевшими и обвиняемыми по уголовному делу, а также со свидетелями, понятыми и экспертами. Также ему нельзя было отправлять посылки и письма, использовать средства связи и интернет, за исключением экстренных ситуаций и общения с контролирующими органами и со следствием. Но под домашним арестом Мохов пробыл недолго. 1 сентября пресс-служба прокуратуры Рязанской области сообщила, что подозреваемого все-таки пришлось перевести в СИЗО. Он вновь нарушил условия домашнего ареста, продолжая пользоваться интернетом и принимая гостей. Более того, маньяк продолжал сожительствовать с Инессой, которая, между прочим, проходит свидетельницей по уголовному делу. Женщину обнаружили полицейские во время проверки Мохова. Она спряталась в его доме за шкафом. На сегодняшний день дальнейшая судьба скопинского маньяка находится под вопросом. Пока что ему лишь продлили содержание под стражей до 7 февраля 2023 года. Норильский душитель. Утро 20 августа для жителей Норильска началось с резко нарастающей паники. По соцсетям разлетелась новость, что где-то по городу разгуливает маньяк-душитель. Следом появилось видео, где неизвестный нападает на женщину, душит ее, а затем уволакивает в подворотню. Инцидент, попавший на камеру наблюдения, произошел рано утром около рынка на площади Металлургов. В то время на улице было немноголюдно, поэтому мужчина, увидев свою потенциальную жертву, начал действовать в открытую. Злоумышленник напал на 44-летнюю женщину сзади и повалил ее на землю. Он обхватил ее шею руками и начал душить. Жертва пыталась сопротивляться, но потеряла сознание. Затем нападающий снял с нее куртку и оттащил тело в сторону. Через какое-то время преступник вернулся, подобрал сумку, пакет, оставшийся лежать на земле, и вновь ушел из кадра. На дороге остался лишь упавший жертвой ботинок. Позже выяснилось, что преступник намеревался надругаться над норильчанкой. Но, к счастью, на пустынной улице оказались прохожие, которые спугнули маньяка. И пока очевидцы вызывали скорую для пострадавшей, мужчина убежал в сторону улицы Нансена. И всего через несколько минут вновь напал на еще одну женщину 55 лет, буквально в 500 метрах от первого места преступления. Действовал он по той же схеме. Налетел сзади, повалил и стал душить. Но и тут его коварные планы были разрушены случайными прохожими. В итоге одна из жертв неизвестного маньяка попала в больницу с сотрясением мозга и последствиями асфиксии, а вторую врачи осмотрели и отпустили домой.
Однако ей потребовалась психологическая помощь. Из-за случившегося женщина испытывала невероятный страх перед выходом на улицу. Пока оперативники искали норильского душителя по горячим следам, местные жители запрещали детям покидать квартиры, девушки и женщины старались не выходить из дома поодиночке. Затем в СМИ появились первые ориентировки на преступника. Внешность мужчины восстановили на основании показаний пострадавших женщин и по камерам домофона, на которые попал, как выяснилось, молодой человек. Напряжение в городе сохранялось двое суток, пока полиция не задержала подозреваемого. Им оказался 23-летний Азамат Чеджемов, студент, приехавший в Норильск из Северной Осетии Алании в мае этого года. Здесь он проходил производственную практику на одном из предприятий, а жил в скромном хостеле на окраине города. Задержание Азамата шокировало всех, кто его знал. Несколько лет назад уроженец северо-осетинского села Ольгинское успешно закончил школу, поступил в Северокавказский горно-металлургический институт. Как казалось, далеко не каждый студент этого вуза может попасть на практику в металлургическую столицу Арктики. А для Азамата она уже была второй по счету. На нее отправляют только лучших студентов. Азамат таким и был. Всегда спокойный, отзывчивый, спортивный, в волейбол играл. Рассказала журналистам однокурсница душителя. Несмотря на надежды близких, что произошла какая-то нелепая ошибка, на первом допросе молодой человек полностью признал свою вину и раскаялся. Азамат поделился, что к неадекватному поведению его подтолкнули алкоголь, с которым он перебрал в ночном клубе, и лекарственные препараты. По некоторым данным, это было средство для улучшения потенции. Когда личность преступника стала известна жителям Норильска, те обрушили гнев и на других приезжих студентов. Сокурсники Чеджемова не знали, как им действовать в такой ситуации. Все запуганы. И местные говорят, если поймают их где-то, будет плохо. Их даже в магазин не пускают, на всех будто клеймо теперь. Преступление приезжего практиканта подняло волну возмущений и по поводу более давней проблемы – нарушений порядка со стороны вахтовиков. Местные создали петицию на Change.org с требованием закрыть Норильск для работающих вахтовым методом мужчин. В ней авторы рассказывают, как приезжие работники выпивают на улице, дебоширят, употребляют наркотики и прибегают к насилию. На данный момент петицию подписали почти 15 тысяч человек, а это каждый 12-й житель города. Что касается Чеджемова, то после признания он стал фигурантом двух уголовных дел. Оставалось лишь поместить подозреваемого в СИЗО на время следствия, а затем провести судебное заседание. Но судьба душителя решилась гораздо раньше. 22 августа, в день задержания, около 17 часов, Азамат попросил правоохранителей о встрече наедине с его адвокатом, чтобы они вместе изучили документы, составленные после допроса. Тет-а-тет было решено устроить в курилке. Туда Чеджемов отправился в сопровождении следователя и оперуполномоченного. По каким-то причинам парень был без наручников, поэтому, едва оказавшись на пороге комнаты, он разбежался и, выбив стекло своим телом, выпал с шестого этажа здания Следственного комитета. Судя по видео, снятому очевидцам, в первые минуты медики еще долго пытались помочь Азамату, но тот скончался. Против правоохранителей, которые сопровождали подозреваемого, было возбуждено уголовное дело по факту халатности. Ну а история норильского душителя на этом закончилась навсегда. Безумный ученый. Прогуливаясь в будний день по дворам спального района, вы меньше всего ожидаете увидеть, что кто-то выбрасывает со своего балкона части человеческого тела. Однако именно такую картину 3 ноября наблюдали прохожие и жители одной из 9-этажек по улице маршала Тухачевского в Москве. Под окнами дома они обнаружили две женские руки. И пока отходили от шока и набирали 112, с одного из балконов кто-то выбросил еще одну конечность – ногу. Приехавшая на вызов следственная оперативная группа быстро определила квартиру, в которой находился потенциальный преступник, и ворвалась внутрь. Однако вместо опасного и агрессивного убийцы полицейских встретил невысокий, худой, глубоко пожилой мужчина. В его взгляде читались непонимание и растерянность, а руки и одежда были перепачканы кровью. Пройдя внутрь, правоохранители заметили в комнате стол со следами крови, разделочную доску, окровавленные ножи и ножовку, а на балконе женское туловище без конечностей. Жертвой оказалась 83-летняя хозяйка.
хозяйка квартиры Галина Войхановская, а подозреваемым в ее убийстве 89-летний супруг женщины Петр Войхановский. При задержании пенсионер не сопротивлялся и вел себя спокойно. На вопросы журналистов, которые успели приехать к месту трагедии, дедушка с удивлением отреагировал. Зачем вы убили супругу, можете сказать? Да. Зачем? Нормально. Тише, молчи. Супругу убил? Вы что? С ума сошлись? Отходим. Я убил. Негодовал он, садясь в полицейскую машину. В дальнейшем экспертизы, опросы знакомых и родственников пожилой четы помогли следователям составить предполагаемую картину событий того дня. О семье Войхановских все отзывались положительно. Петр Григорьевич в прошлом был уважаемым ученым в области химической промышленности. До 75 лет мужчина трудился в НИИ «Химмаш». До этого проводил исследования в Институте пластмасс. Войхановский много ездил по стране, помогал налаживать работу на региональных предприятиях. На его счету есть как минимум два изобретения. В 1972 году ученый запатентовал экструзионную головку для формирования полимерных материалов, а еще через два года – устройство для намотки пленочных материалов. В доме на улице маршала Тухачевского Петр Григорьевич и его жена прожили как минимум 50 лет. Некоторые соседи подтверждают, что между супругами бывали конфликты, но провоцировала их чаще всего Галина. Мужчину же считали тихим, спокойным, покладистым и вежливым, а его супругу называли взрывной и избалованной. Знакомая семьи Эльмира Андреевна объясняет характер Галины некой послеродовой травмой, хотя какая послеродовая травма может быть на девятом десятке, неясно. За время брака у Галины и Петра родилась дочь Екатерина. На момент событий 52-летняя женщина и двое ее сыновей были зарегистрированы в той же квартире, но жили по другому адресу. О своих пожилых родителях Екатерина не забывала. Периодически она приходила к ним в гости. После трагедии женщина признается полицейским, что в последнее время ее мать жаловалась на агрессию со стороны отца. Пенсионерка поделилась, что боится за свою жизнь, но писать заявление на супруга не хочет. И окружение Войхановского, и Следственный комитет справедливо предполагают, что из-за преклонного возраста у ученого могли появиться некие психические проблемы. Изменения в поведении Петра Григорьевича соседи и родственники заметили еще несколько лет назад. Мужчину часто стали встречать у мусорных баков, откуда он доставал обувь, одежду, книги, стройматериалы и домашнюю утварь, и все это нес домой. Каждый такой поход заканчивался упреками со стороны супруги. Постепенно она возвращала принесенные вещи обратно в помойку, но мужчина продолжал приносить домой все больше и больше хлама. Не исключено, что и в тот роковой день Войхановские поругались именно из-за мусора. Как предполагают следователи, в ходе ссоры мужчина дважды вонзил лезвие ножа в шею жены, а затем приступил к расчленению, выбрасывая части тела с балкона, пока его не остановил визит правоохранителей. Сейчас, несмотря на приведенные аргументы, обвиняемый полностью отрицает свою вину. По его словам, жена вышла в магазин, а что произошло с ней после этого, он не в курсе. Против 89-летнего ученого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Затем Хорошевский районный суд отправил подозреваемого под стражу до 3 января 2023 года. За это время ему предстоит пройти ряд психолого-психиатрических экспертиз. Кстати, имя московского дедушки-расчленителя вновь всплыло в СМИ 7 ноября. Оказалось, что Петр Григорьевич продолжил проявлять агрессию даже за решеткой. В тот день он напал на сокамерников в СИЗО. Впрочем, есть мнение, что мужчина мог сделать это для того, чтобы избежать тюремного заключения. Якобы при таком поведении ему точно светит диагноз. Оно и понятно, ведь любой срок для него, скорее всего, станет пожизненным. Подводя итог, хочу сказать, что, конечно, прошедший год запомнится далеко не только этими историями. Поэтому всем нам я хочу пожелать, чтобы в следующем году убийства и насилие навсегда остались в прошлом. Хотя и понимаю, что человеческая природа неизменна. Но все же не стоит отчаиваться, нужно верить в лучшее. Иначе мы остаемся с этими ужасами один на один. Всех с наступающим Новым годом, берегите себя, своих близких. И до встречи в следующем году.